Всім привіт! Виїхав на вечірню рибалку на річку Южний Буг. Взяв з собою донку на карпа і на соміка, а також поплавочну удочку. От на такому місці буду ловити. Зараз думаю розчистити там чуть-чуть, щоб поплавочну можна було забросити. Підписники спрашували, як я донки перевожу на велосипеді. Очень просто. Тут у мене рюкзак такий. Поплавочную удочку я обыкновенно в руках держу, как еду. Тут сумка с кашей, грабельками. И основные донки. Перевязываю все резинкой. Все крепко держится. 35 дней назад поставил себе спидометр, чтобы видеть, сколько накатываю. За 35 дней 249 километров. Мало, в этом году я уже мало катаю, не так как прошлый и позапрошлый год. Тогда вообще и утром, и вечером почти каждый день ездил на рыбалку. А сейчас только 4-5 раз на неделю. Уже под Новый год сделаю полностью обзор на велосипед, что стало с ним за 3 года катания. Что улучшал и так дальше. Так, ладно, приступаем к рыбалке. Местечко чуть почистил, забросил поплавочку, чтобы видеть примерно, где прикармливать. Сейчас буду кормить. Продолжаю тестировать самодельную кашу на карпа. В прошлой рыбалке я добавлял жареную коноплю в кашу. Ну, карп отзывался на поклевке. Этот раз решил коноплю сварить вместе с льном. Для стартового закорма сделал таких 3 шара. Забрасываю примерно там, где поплавочек, но на сантиметров 20 ближе. Ну все, тут осталось на докорм и для флет кормушки. Классный чехольчик прикупил с Алиэкспресса. Качество просто шик. И бюджетно. Так, это у меня донка на Сома. Поменял в этот раз уже катушку нормальную. Топаз. Ну, она старенькая, бюджетная, но надежная. Нормальная катушка. А на фидерном удилище у меня будет флет-кормушка. Из насадки у меня будет пуф ореховый и медовый. Начну сначала с медового. Также взял с собой сегодня тигровый орех. Попробуем. Но пока только на него поймал одного карасика и все. Было рыбалок примерно 5 уже. Этот орех. Именно на сам орех клюнул карась. На донке. Опа, поплавочная поклевочка. Такая плиточка клюнула. Первый карась на боковой. Класс.
На червячка взял карасик. Повело, повело, повело. А вот и живец. Просто замечательный живец. Стоило мне только крючочек уменьшить, и сразу пошли поклевки. Крючочек манюсенький-приманюсенький, зимний. Так, сейчас заброшу сразу. Сейчас поставляю этого карасика сразу на донку, на сома. Солнышко уже через полчасика сядет, так что надо спешить. Так, подцепил карасика. Забрасываю. Попробуем еще это чудо на сома. Вот такой тандем. Лягушка плюс карасик. Так, сом. Сом полностью игнорирует и лягушку, и живца. В общем, сейчас будем ставить проверенную медведку. Солнышко уже спряталось за горизонт. А лягушки нет, убежала. Так, сначала беру поменьше. Так, металла нигде не видно. Хорошо, забрасываем. Есть. Есть сомик. Небольшой. Вот небольшой. Вот и медведка. Не хочет он лягушки, не хочет он живца. Уж.
Такой малыш клюнул. И, конечно, всю мне медведку скушал, да? Отдай крючок аккуратно, пожалуйста. Вот такой сомик взял. Не будем его мучить, отпускаем. Куда ж ты у берега идешь? Так получше будет, точно уйдет. Так, осталось теперь карпа дождаться. Клюнет или не клюнет? Медведки больше нету. Все, что было. Тишина. В общем, ребята, буду я закругляться с рыбалочкой. Если рыбалка понравилась, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока. Погнал я домой.